Бронзовый призер первенства Европы и этапа Кубка мира по борьбе дзюдо и самбо Вазген Келашьян рассказал о том, как начинал свою спортивную биографию с секции борьбы в сельской школе. Сотрудники полиции, мастера спорта России Арсен Хамалян и Вазген Нагабедян рассказали, как им помогает спорт в служебной деятельности. Самые юные спортсмены из секции мотоспорта от Центра развития молодежи удивили ребята из санатория количеством личных медалей и кубков за победы в первенствах Краснодарского и Ставропольского края. Они привезли с собой один из своих мотоциклов и подробно рассказали о его устройстве. Самым почетным гостем стал ветеран динамовского движения в городе Сочи, мастер спорта СССР по легкой атлетике, серебряный призер чемпионата мира, двукратный призер первенства Европы, пятикратный чемпион спартакиады народов СССР. Среди ветеранов Александр Хатит. Поприветствовать участников спортивного праздника прибыл и кортеж давних друзей детского санатория, членов сочинского филиала Всероссийского мотоклуба «Ночные волки». После мастер спорта по вольной борьбе Арсен Хамалян со всеми желающими провел простую, но динамичную разминку. В конце праздника всем детям были вручены сладкие подарки.